Это первое, на самом деле, такое мероприятие масштабное в нашем городе. Ну, мы считаем, как организаторы, что более чем оно удалось, потому что большая очень проходимость народу, люди все очень довольны форматом проведения мероприятия. Нам удалось пристроить уже 7 питомцев из разных приютов, то есть они нашли дом и семью. В общем-то, для этого он и задумывался. Первый фестиваль, мы к нему готовились 3 месяца, но идея зародилась в январе. Но, судя по лицам, по отзывам, видно, что для города эти праздники важны. Для людей праздники эти важны, потому что здесь есть такая возможность познакомиться с питомцами из приюта, увидеть вообще, как организована работа приюта. Стирается такой барьер, да, потому что многие не знают, как вообще происходит, что происходит в приюте, и многих это пугает, может. А здесь есть такая возможность увидеть владельцев приюта. Они рассказывают все этапы адаптации, передачи питомцев. И можно вообще познакомиться с самими животными и увидеть на самом деле, насколько они ласковые и как ждут они внимания и любви от каждого. Огромное количество народу сюда пришло, интересуется, подходит, знакомится. И это очень классно, потому что каждый волонтер использует любую возможность для того, чтобы показать своих животных и таким образом попытаться подыскать им дом. Мы сегодня сюда привезли троих. Одну уже отправили обратно, потому что она стрессанула очень сильно. Двое остались у нас здесь, самые ласковые, активные, красивые. Но мы не пристраиваем животных с места, всех приглашаем к нам в приют для того, чтобы там была возможность познакомиться с каждым, потому что их там больше 250. Я подхожу, а у него такие красивые карие глаза. И я просто такая думаю, ну это наш пес. Поэтому мы его забрали. Теперь мы будем счастливая семья. Пес. Может быть, знаете, как сделаем? Пока конкурсанты собираются, мы проведем розыгрыш.